Это нереально вкусно. По-другому об этих бутербродах и не скажешь. Как только я их попробовала, они сразу же стали моими любимыми горячими бутербродами. В них все идеально. Хлеб, сыр, томатный соус. На первый взгляд, в этих бутербродах нет ничего примечательного. Обычный хлеб, обычный сыр, томатный соус. Некоторые могут сказать, а где же колбаса? А ее здесь нет, и она совсем не нужна. Эти бутерброды совсем другие и не похожи на те, которые мы привыкли делать каждый день. Бутерброды под сырно-томатной подушкой получаются очень сочными, нежными, с легкой кислинкой и ярким насыщенным ароматом. Да, такие бутерброды очень сытные и питательные. Поэтому готовить и кушать их советую в первой половине дня. Далее читайте мой подробный рецепт, как приготовить бутерброды под сырно-томатной подушкой. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для рецепта понадобится сливочно-чесночное масло. Если вы не найдете такое, то просто смешайте обычное сливочное масло с измельченным чесноком. Начнем с приготовления соуса. Луковицу и несколько зубчиков чеснока измельчите ножом, выложите на сковороду с разогретым растительным маслом и жарьте до легкого золотистого оттенка. Добавьте томатный сок, если он кислый, то всыпьте немного сахара, посолите соус по вкусу, варите соус до загустения, затем пюрируйте с помощью блендера, соус готов. Намажьте все 6 ломтиков хлеба с одной стороны сливочно-чесночным маслом. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Примерно 2-3 сыра нарежьте тонкими ломтиками, можете использовать бутербродный сыр. Первый ломтик хлеба переверните маслом вниз и положите сыр, сверху накройте вторым ломтиком хлеба, чтобы масло оказалось сверху. Обжарьте полученные бутерброды с обеих сторон на сковороде до румяности. Масло при этом хорошо пропитает хлеб, сделает его невероятно нежным и ароматным, а сыр расплавится и сделает бутерброд единым целым. Дно формы для запекания слегка смажьте томатным соусом, выложите все 3 бутерброда. Сверху еще смажьте томатным соусом, оставшийся сыр натрите на мелкой терке. Присыпьте им бутерброды сверху. Запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 170 градусов. Подавайте ароматные и невероятно вкусные бутерброды под сырно-томатной подушкой горячими. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Хлеб тостерный. 6 ломтиков, сыр твердый, 120 грамм, масло сливочное, 70 грамм, чеснок, 2-3 зубчиков, лук репчатый, 1 штука, томатный сок, 250 миллилитров, соль, перец, по вкусу, растительное масло, 1 столовая ложка, количество порций, 3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду снова и желаю вкусного дня.